У жителей региона, переболевших новой коронавирусной инфекцией, есть возможность пройти углубленную диспансеризацию, чтобы посмотреть, как сильно повлиял COVID-19 на организм и есть ли какие-либо отклонения от нормы. Подробности в следующем сюжете. Углубленную диспансеризацию можно пройти через 2 месяца после выздоровления от коронавируса. Записаться на диспансеризацию можно по номеру телефона 21003, через портал госуслуги или через своего терапевта. Причем пациенты, у которых нет официального подтверждения перенесенного COVID-19, но по анализу антител видно, что в организме был коронавирус, могут написать заявление на имя главного врача и также пройти углубленную диспансеризацию. Углубленная диспансеризация, в первый этап ее входит анкетирование, измерение сатурации. Это мы делаем у нас в кабинете. Далее мы отправляем пациента на обследование, которое включает в себя общий анализ крови, расширенная биохимия. Далее пациент отправляется на рентген легких и спирометрию. Те, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, дополнительно сдают кровь на додимер, показатель тромбообразования, а также тест 6-минутной ходьбы. После первого этапа диспансеризации пациент с ее результатами направляется к своему терапевту. Если у человека есть определенные показания, то его направляют на второй этап диспансеризации. На второй этап у нас относится КТ легких, УЗИ сосудов нижних конечностей и эхокардиография. Это УЗИ сердца. Например, если по результатам первого этапа мы выявляем у пациента сатурацию ниже 94 цифры, тогда пациента отправляем на КТ легких. Если при сдаче додимера результат больше в 1,5-2 раза, пациент отправляется на УЗИ сосудов нижних конечностей. Если сатурация меньше 94 и есть жалобы на одышку и отеки, назначается УЗИ сердца. За 5 месяцев существования углубленной диспансеризации ее прошли более 400 пациентов. Часть уже ее завершили. Другие с помощью медиков приводят свое здоровье в норму. Кабинет диспансеризации работает по будням с 8 утра до 6 вечера, без перерыва, а также в субботу с 9 до 12 часов. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, телеканал «Север».